Зовут меня Жуковский Олег. Я актер физического театра. Театр связан с движением. И какое-то время я готовил актеров путешествию по миру, объехав его раза два. И начал замечать, что мы готовим актеров, а происходят очень странные вещи, что меняются их жизни и судьбы. Подготовка эта происходит, во-первых, в разрушении стереотипов движения, которые неожиданно потянули за собой разрушение стереотипов мышления и поведения. Ну, понятно, что для того, чтобы оказаться в логике персонажа, нужно выйти из своей логики. Чем больше начинаете работать тело, то как бы не одно. Тем у вас будет больше возможностей. Просто помните, что можно переходить, и я ни за что не держусь. Курс это называется «Танец тела». В результате разрушения их стереотипов и уходя от красивости, красоте, каждый человек приходит к своему собственному танцу. Тому танцу, который он может произвести, исходя из его тела, генотипа, темперамента. Все эти танцы отличаются. Каждый из нас будет танцевать через некоторое время. Этот танец абсолютно идеальным способом. Идеальным для самого себя, что не входит ни в какую конкуренцию. Оказавшись 5 лет назад в Сибири, где такого театра не было, и это не было востребовано, 5 лет мы работали с людьми, приходящими с улицы, в этой цепочке. И приходили к очень интересным результатам. Курсы эти разные, от, скажем там, от 3 дней до 3 месяцев. И что-то из этого мы обязательно будем делать вот в этом невероятном пространстве, в гуслице, которое прям лучше всего для этого. Занятия эти проходят таким образом, что я даю какие-то очень внятные, четкие упражнения, пошаговые, от простого к сложному. А вы начинаете наблюдать результаты этих упражнений и продолжать эти упражнения практиковать вот там, в жизни, вне этой студии, в любом виде вашей жизнедеятельности. Все, буду очень рад вас встретить здесь, в фантастической гуслице, мимо которой нельзя не пройти, ты должен увидеть, побывать здесь и понять, что такое возможно.